Всем здорово, ребят. Ну что, вот есть обновление уже на русском сервере. Поехали посмотрим, что у нас интересного есть. Пишут изменения награды на битве гильдии атаки фортов. Это мы уже с вами частично увидели. На битве гильдии дали плюс 800 кулаков. Это вообще ни о чем. Это вообще ничего не меняет. Нафига вот. Даже изменения, дали бы там даже 10 тысяч кулаков, это все равно ничего не изменит. Но, что тут говорить. Эра войны, Нарсия, добавлены боевые таланты, интерфейс информации гильдии, изменены немножко награды. Ну, такое, этапы древнего испытания, раз прошел и забыл. Посмотрим на английском сервере, что там будет такого интересного. Буду там проходить. Некоторые функции изменены, это фигня. Требования силы для линейной обороны тоже херня. Новые герои, мисс магия, фанатик, я уже показал, ни о чем в принципе. И все. Вот и все обновления. Новый талант и новая чарка, которая тоже, к сожалению, просто печальная. В общем, поехали, разберем сейчас это на русском сервере. Посмотрим, что тут интересного есть. Уже с нормальным переводом. Я надеюсь. Так, найм редких героев. Набор. Привет, весна. Короче. Фигня с фигни. Так, есть этот набор? Да, есть этот набор. Поехали, заберем и сразу же посмотрим, чекнем, что там добавляется, что там нового интересного есть. Так, вот они, перейти. Таланты. Боевые таланты работают постоянно. Это таланты, которые доступны у вас будет в Нарсия. Ну, сказать, что это что-то интересное, как обычно, просто добавление параметров к вашему герою. Единственное, мне было интересно за лошадку. Скорость передвижения, да. Скорость передвижения марш-броска уменьшена. Ну, такое себе. Такс, поехали сюда. Два новых героя, мисс Магия и фанатик. Я посмотрел на нее, но у нее нету иммунитетов, да, дебафов куча. Вот на максимальном скилле у нее 96% уменьшение скорости атаки, восстановление энергии. Это, конечно, круто, на 5 секунд, кулдаун 7. Но надо, чтобы этот герой еще выжил, так как нету иммунитетов. Хотя здесь написано, что герой имеет иммунитет к молчанке и бедствию. Вот так вот. Значит, не все так плохо. Значит, это действительно будет интересный герой. Потому что уже как минимум есть к молчанке. Это интересно. Плюс базовая атака мисс шанса 50% снимает 50 энергии с целей, вражеских целей вблизи. То есть это по сути дебафер. Не знаю, вот за насчет молчанки, сейчас я чекну. Я что-то этот момент, может, и пропустил. Но, по-моему, этой темы в переводе там не было. Ну, если даже так, то, в принципе, это, возможно, плюс-минус будет что-то интересное. Такс. Ну, я показал вам обзор, герой бегает, то есть не летающий, скорость атаки 1.3, средняя жизнь, ну, такое, ну, в общем, дебафер такой хороший. Единственное, конечно, то, что есть ему на молчанке, это плюс, ну, как дуэлян бьет. Второй герой, это у нас фанатик, он донатный у нас герой. Официальное событие. Наносит урон атаки вражеским целям. Увеличивает скорость атаки на 200. Крит шанс
Это такое. Дебафы нельзя убрать, но это в принципе плюс. Каждую секунду восстанавливает 13% здоровья в течение 10 кулдаун 14. Ну, хилит себя, отражает 50 входящего урона, обладает иммунитетом к оглушению, замораживанию, каменению, обездвижению, а к молчанке нету. Базовая атака наносит чистый урон. Ну, не знаю, что это такое по описанию. Посмотрим, в общем. Не фанатею я уже, скажем так, от этих героев. Что у нас еще нового? Новый талант и новая чарка. Поехали сюда. Ну, возможно, этот бездонатный герой действительно... Не, ну если молчанка, иммунитет к молчанке, это реально круто. Она будет хороша, но надо ее обезопасить. И максимум дефа накачать. Другого варианта, чтобы она выжила, просто нет. Потому что там других иммунитетов нету, но молчанка это уже плюс. Вот этот вот талант, чаша вампира, честно скажу, говнецо полное, потому что увеличивает атаку. Не особо много атаки на сегодня. Скорость атаки 55, восстанавливает здоровье, равное 100% атаки. То есть, ну, сколько у вас у героя атаки, столько и будет он хилить. Ну, по большому счету это 30, от 30 до 50к. Ну, таких средних героев прокачанных. По сути, если он не бьет, он не хилит. Вот так вот. И это все режется. То есть ничего интересного в этом нет. Как по мне, лучше дефный какой-то вариант. Эмблемой, возможно, как вариант. Но и то сомневаюсь, что есть смысл, потому что есть утекание, оно хоть и не дает атаку там и скорости, но оно хилит намного больше, оно хилит процентуально. Новая чарка. Чарка тоже мне не зашла. Призрачная хватка, 8% здоровья во время боя, на максималке 80%. Как по мне, лучше взять обряд. 70%, но восстанавливает 10%. Здесь у нас еще дополнительно снижает энергии, но с кулдауном. И уменьшает их атаку на 27. Ну, честно скажу, это ни о чем. Лучше обряд, либо ССК. Пока что в данном варианте игры других вариантов нет. Так, собери сам открыли. Ну, тут ничего не поменялось. Как по мне, ничего нового нет. Что у нас еще было по изменениям, что я мог упустить? Героев рассказал, таланты рассказал, чарку рассказал, скины. Скины и... Сейчас пойдем дальше. Так, скины героев сейчас покажу. Я думаю, это тоже вряд ли кому-то сейчас интересно уже. Вот таких вот два. Мисс Магия. Ейша становится, этот становится Галантным рыцарем. Вот такое себе. По поводу Нарси есть события гильдии. Так, Имперский замок. Вот за захват Имперского замка довольно-таки внушительные плюхи начали давать. 7500 самов. Плюшки классные. 5000, Имперский сундук. Ну, классные плюхи. Это действительно стоит того. Ну, если у вас есть тактика, есть нормальная гильдия, можно попробовать. Вот у нас один человек воевал. Ну, вот таким вот образом можно получить плюхи. Раз в две недели 7500 самоцветов. Я не знаю, там или прочие сундуки тоже забираются. Пишите, ребят, в комменты. Плюс здесь тоже немножко обычные сундуки. Вот такие вот здесь плюхи, но здесь все попроще. Ну, тоже, посмотрите, тоже довольно-таки неплохо. Это у нас гильдейский рейтинг. Такс, что у нас еще нового интересного есть? За Нарсию рассказал, древние испытания. Это единственное, что у нас еще осталось. Ну, у меня здесь оно не пройдено, опять же,
Я его здесь не прохожу, как и на многих аккаунтах. Думаю, на английском сервере подрублю. Побегаю дальше, посмотрим. Добавили с 45 по 57, плюс 12 этапов, но там дичь. Оно тоже, я считаю, нецелесообразно и не нужно сейчас. В общем, такая вот обнова, ни хрена больше нового интересного нету, не знаю. Пишите, что вы думаете. У кого есть нормальная будет прокачка этой гейши, пишите, я выбивать все равно не буду. Мне оно неинтересно. Сделаю обзорчик, побегаю, посмотрю. В общем, такие вот дела, ребят. Все, всем удачи, всем пока.